Здравствуйте снова, Игорь. Продолжаем разговор про игру Neuritronize 2. Точнее, обзор серверов. Так. О, Корсаков. Это наверняка русский сервер. Ну, Корсаков.ру, точно. Да-да-да, а что за сервер-то? Full PvP Action. О, доступны герои, созданные, можно. Ну что ж, смотрим, что за серверок. Вот два игрока перед нами. Входим, смотрим. Порт Ласт. Так, давай, грузись. Так, где это мы появляемся? Где игроки у нас? Так, что за сервер вообще? Что тут надо делать? It is good to see you here in Port Last, my friend. If we, I do not know how much you know, of course, that Dester and we know Lord Nap Erin. It is possible that then I wish you. Это сервер по истории, в общем. Думаю, не интересно. Видите, Port Last. Кто историю проходил на Рентер 1, все узнает. Уже знакомая все локации. Все. Сейчас там такой будет деревушка, да. Где-то есть тролль, лес троллей. Я это хорошо помню. Ну вот, на Рентер вот. Давайте туда сходим и все. Вспомнить хоть детство мое. Ну давай, беги. Вот я почему люблю монахов. Что у них скорость большая. Во-первых, маленький, а потом... Видите, невозможно же на такой скорости перемещаться. А то ли когда у тебя будет 40 левела скорость. Вылает собака. Так. Сейчас такой туманный лес должен. Туманная дорога. Не та ли это? Там тролли, я помню. Да, точно, точно. Видите, я помню. Здесь... Опа, и все, я помер уже. Ну, вот такой серверок. Ладно, до свидания.